20 по 22 сентября в регионе пройдет второй фестиваль исторической реконструкции «Белгородская черта 2018». Для школьников и студентов подготовили квест «Поход с поисками клада, штурмом горы, захватом флага и освобождением полонянников». А что еще ждет гостей праздника, узнаем у гостя студии. 100 лет. Вековой юбилей отметила жительница Верхососны Красногвардейского района Елизавета Александровна Мальцева. День рождения отмечали чуть ли не всем селом, причем половина – родственники. Веселые старты для тех, кому за. В Карачанском районе прошла 8-я спартакиада ветеранов. В ней приняли участие 22 сборные команды муниципалитета. В каких видах спорта сильны бабушки и дедушки? –